Ребят, я сегодня накричала на своего мужа и на своих детей. Даже кошка попала в мои неприятные волнения. Чего я сегодня такая? 10% мужчин и 20% женщин имеют повышенный эмоциональный фон. Эмоциональный фон людей связан с движением Луны. 90% людей по дате своего рождения знают, где находится их Солнце, в каком знаке. Но знаете ли вы, в каком знаке находится ваша Луна? А это очень важно. Узнать положение Луны можно только изучив свой индивидуальный гороскоп. И по этому индивидуальному гороскопу можно составить график ваших напряженных и гармоничных дней. Я вот когда составил свой график эмоционально напряженные дни, я не веду переговоры, не устраиваю серьезных встреч, не устраиваю каких-то важных дел, потому что знаю, что на 80% эти дела в эти дни они не будут успешными. И составив такой график, вы сможете работать над своим эмоциональным фоном, настраиваться на более гармоничные энергии, на более спокойный лад, и в результате конфликтов можно будет избежать. Ты Также очень хорошо для сбрасывания своей агрессивности. Вот наши предки, они рекомендовали подходить к осине и все гневные слова высказывать осине. Или можно сделать такую соломенную куколку, куда направлять негатив, а потом на масленицу сжигать эту куколку вместе с негативом на костре. И теперь вместо дней наездов, эмоциональных перепадов, у вас получаются дни гармонии, дни размышлений, дни любви, спокойные, гармоничные дни. Благодарю за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.